Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители, профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и рубрику «Библиотека боевых искусств». И сегодня я расскажу об достаточно уникальном издании. Ну, не могу сказать, можно ли эту книгу приобрести сегодня в Российской Федерации или где-то в Европе. Она на самом деле у меня появилась давно в моей библиотеке. Она на японском языке, но чем она примечательна, то что здесь очень-очень, даже не зная японского языка, достаточно много иллюстраций, которые можно понять. И есть еще один подарок в этой книге, но давайте начнем. Итак, вот эта книга. Как вы видите, на обложке этой книги у нас... Значит, очень известные мастера дзюдо. Это у нас Ясухиро Ямасита и Кодзё Инои, который с Кейджи Сузуки стоит. Итак, это на обложке. Дальше мы... Книга очень хорошо издана, все цветное, достаточно плотная обложка, и мы открываем книгу, и сразу мы видим очень много-много иллюстраций. Как я уже сказал, даже хотя эта книга написана на японском языке, но здесь очень много иллюстраций и стрелочки, куда передвижение делать, куда, как работают руки, ноги и так далее. Очень интересная книга. Она начинается очень хорошо. То есть здесь не просто техника дзюдо, а здесь руководство по тренировке. От самых начал, как мы видим здесь, как делается приветствие. Это самые первые страницы. Да? Как берутся захваты, стойки. Причем все это вот вы можете увидеть с пояснениями и начало всех, начало азбука дзюдо, выполнение приемов, выполнение специальных упражнений. Книга достаточно обширная, полная, здесь почти 200 страниц, причем рассматриваются все техники практически, которые есть дзюдо, кадакан дзюдо, вот, ну, кроме тех комплексов ката, которые практикуются в кадакан дзюдо. И теперь я хочу особо сказать о том подарке или как сувенире, который есть в этой книге. Вот мы открываем самую сразу первую страницу, и вот здесь кроется секрет. Секрет — это приз. Сейчас я открою. Это DVD-диск. Вот он здесь так аккуратно спрятан. На этом диске записано все, что напечатано в этой книге. То есть это все можно увидеть, всю технику уже непосредственно в видеозаписи. Книга, на мой взгляд, достойная. Ну, во-первых, она издана в Японии. Во-вторых, очень известные мастера, и эта книга хороший помощник для учителей, кто преподает дзюдо, дзюдзюцу, ну и вообще другие виды боевых искусств, самбо, карате, айкидо. Я думаю, что она займет одно из важных мест в библиотеке каждого мастера боевых искусств. Итак, я рекомендую вот эту книгу. Книга не просто книга, книга с подарком DVD. Она на японском языке. К сожалению, не могу сказать, как ее можно приобрести в Российской Федерации. Но, возможно, вы где-то в интернете ее найдете. Ее мне просто подарили. Но я не могу не рассказать о ней в нашей рубрике «Библиотека боевых искусств». Поэтому хотя бы, чтобы вы знали, что есть такая книга, и, возможно, вы сможете ее найти. Я попробую
сделать перевод вот этой первой части книги, чтобы знать название этой книги. И в описании к видео я сделаю на русский язык перевод названия этой книги, авторов, чтобы можно было в интернете попробовать ее найти. Может быть, она издавалась также и на английском языке, но на русском точно я ее не видел. Но в любом случае рекомендую. Все понятно описано в виде фотографий. Ну а дальше изучайте японский язык.